Друзья, всем привет! Я снова с вами. Мы идем на поправку, поэтому я не выходила на связь. Друзья, мои, настроение было не очень. А так как я люблю дарить улыбку, позитив, хорошее настроение на своем канале, не хотелось омрачать, понимаете, своими какими-то бедами, проблемами. Ну вот здоровье у Маруси было не очень. Все по порядку. На связь я пыталась выйти, я даже брала камеру, брала вас в аптеку, брала вас в магазин «Шок». Немножечко буду вставлять видео, а сейчас все по порядку. Как вы уже знаете, в пятницу Маруся проснулась с температурой 39. Я стала сбивать температуру, но дело в том, что в субботу она проснулась опять с этой же температурой. И тут я уже поняла, что это вирус. Начала смотреть блогеров, общаться с родственницей из Стамбула Олечкой и поняла, что это действительно вирус. В классе заболело еще 2 ученика у Маруси. И температура при этом вирусе держится 3 дня очень высокая. И потом болит горло и кашель. Вот. По порядку. Сходила я в субботу в аптеку. Сейчас ставлю видео, что я купила. Друзья, доброе солнечное утро. Время начала 12-го. Я бегу в аптеку. В субботу обещают аптеки работать до 13 часов. Да, я вижу людей. Аптека работает. А я пойду вот в эту, где мы с кумой закупались. Мне нравится. Здесь обслуживание хорошее. Я надеюсь, что она тоже работает. Купила я лекарство на 545 лир. Аптеки по субботам работают в Мерсине до 13 часов. Так что я успела. Друзья мои, я так перенервничала, что даже губы забыла накрасить. Извините. Упс, переключаемся. Я уже дома. Вот лекарство, которое я купила в аптеке на 543 лиры. Снимали деньги с эстонской карточки 28 евро. Что же я купила на 28 евро, друзья мои? Это витамины для женщины. Волосы, ногти, кожа. Курс 30 таблеток. Так, это я купила тест на COVID. Это я купила микстуру от кашля, ибупрофен и парацетамол. Вот это все на 28 евро. Маруся сделала тест, чтобы вам было видно. Одна полосочка, это значит, COVID отсутствует, слава богу. Сейчас она меряет температуру, я ей дала ибупрофен. Будем надеяться на лучшее, что она скоро поправится. Также в субботу я шла налегке из аптеки, зашла в магазин «Шок». Мне нужны были пеленки для Шанельки, и я немножко поснимала вам цены в магазине «Шок». Цены бюджетные, друзья мои. Сейчас прикреплю видео для вас. Так, зашли мы в «Шок». Я возьму булку. Так, цены я вам сегодня показывать не буду. Чипсы 13. Вот эти фисташки мы берем по 38. Возьму Марусе фисташки. Кофе со скидкой 19,50. Яйца есть, друзья мои, яйца есть по 37,75. Помните, мы с вами ходили, не было яиц. Курица 32,50. В принципе, цены одинаковые, да? Что в Биме, что у вас, то один. О, по скидке, ополаскивайте для белья. У меня заканчивается, можно взять. Порошок Ома 4,5 килограмма стоит 103,50. Вот считайте, это в районе 5,50 евро.
очень дешевые цены на бытовую химию. Так. А мы с вами возьмем туалетную бумагу и возьмем, кстати, чай ромашковый мне нужен. Сейчас посмотрим, чай ромашковый стоит 19,50. Вот. Возьму. Так, чай ромашковый взяла. Вот сахар, видите, такая же цена, 24,75, как я вчера брала. Рафинад. Вот, по-моему, я здесь соль беру. Ну, я вчера была с помощницей, поэтому сегодня я налегке. Сейчас возьму пеленки. Это Шанельки, вот они, 35. И возьму туалетную бумагу, 64,50. В шоке, самая дешевая туалетная бумага. Так, пеленок возьму две пачки. А, еще мне нужно будет салфетки, лапки вытирать. Сейчас возьму. Хочу вам показать средства гигиены. Ночные. 8,50. Это 50 центов, друзья мои. Это дневные. То есть цены на турецкого производителя, я так понимаю, очень бюджетные. А это скидки. Видите, какие скидки? 16, 25. Кстати, здесь по скидке, смотрите. Хлопья, шарики. Взять, что ли, Маруся? Шарики 22. Вдруг захочется есть молоком. Налегке, налегке. Вот так вот я и загрузилась. Ну а что? Пару пачек пеленок, туалетную бумагу, гель ополаскиватель по скидке, хлопья Марусечки тоже со скидкой. Очень бюджетный магазин, я вам так скажу. Ну, сейчас домой лечить Марусю. А вам желаю самого хорошего, самого доброго дня. Друзья мои, спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что ставите лайки. Я очень рада, что познакомилась с вами. Так что в субботу я весь день лечила Марусю. Чередовала, значит, парацетамол с ибупрофеном. Также капали ей горло. Давала микстуру от кашля. И искали врача. Олечка перелопатила интернет и нашла педиатра Medical Park. Medical Park, друзья мои, это частная сеть больниц по Турции. Он есть и в Стамбуле, есть и в Мерсине, я уверена, есть и в Анталии. Короче, находится рядом с нашим домом на D400. На такси мы ехали минуты 5. Может, даже 4. Вот. И записались к педиатру на понедельник на 3 часа дня. В скорую мы сразу решили не ехать, потому что я посмотрела у других блогеров, как, что делают в скорой, и поняла, я все то же самое делаю дома. Да-да, друзья мои, даже деток тряпочку на голову кладут. Все, как я делаю. Но единственное, что если очень долго держится температура, то ставят капельницу. А у нас, слава богу, час держалась, сбивала я медикаментами. Вот. Все воскресенье мы пробыли дома. Я чувствовала, что у меня какое-то недосыпание, потому что я вскакивала по 4 раза за ночь, трогала Марусю там, ну, потеет она, поднимается температура или падает температура, потому что ночью тоже было 39. Вот. В воскресенье помыла Шанельку. У нее был банный день. Сейчас прикреплю видео. Вот так вот. Ой, ну кто покупался? Кто покупался? Я же тебе полотенце на пол постелила. Смотри, Шанель. Шанель, иди сюда, иди сюда.
Иди сюда быстренько. Иди сюда, вытирайся на полотенчике. Бегом, бегом сюда. Ой, ты такая смешная. У тебя банный день сегодня, банный день. Ай, как она любит купаться. Такая довольная. А за окном светит солнце, очень тепло. Декабрь плюс 22. Аллилуйя! Понедельник. В понедельник Маруся просыпается, температура 37. Слава Богу! Дала парацетамол, все то же самое. Парацетамол, чуть позже ибупрофен, как бы вот лечение не меняю. И правильно делаю, потому что когда мы пришли к врачу, все то же, то, чем я лечила и как. Врач сказала: мама, вы молодец. Так вот, понедельник, друзья мои, базарный день. Прикреплю видео. Видите, я вас брала с собой. Ну, просто вот не было желания мне смонтировать вот весь ролик, поговорить с вами подольше. Ну, как бы, знаете, не 3 минуты, а так вот сесть и поговорить. Я вот сама, если честно, смотрю любимых блогеров, и мне прямо грусть, печаль, если я вижу, что ролик 9 минут. Ну, вот честно. Вот 20 минут, 40 минут вообще наслаждаюсь, делаю себе чай. Или перед сном обычно уже в душ схожу, лягу. У меня же телевизор, у меня же в спальне телевизор. И я включаю, как сериал любимый, и смотрю. Так вот, базарный день по понедельникам. Смотрим цены. Добрый солнечный день, друзья. Сегодня понедельник, и мы снова с вами идем на базар. 12 часов дня, на улице 21 градус, но немножко так ветрено. Я надела на себя джинсовую курточку. В выходные дни я лечила Марусю, немножечко и сама. Но чувствую себя, знаете, не очень. Сегодня базар очень большой. Хозяйственная часть очень большая, аж 2 машины я вижу. Но нам ничего такого не надо. Во всяком случае, сегодня я не могу к себе что-то подумать, что мне надо. Марусечка заказала фрукты, хочет фруктовый салат. Поэтому мы с вами выберем и груши. И яблоки, и киви. Будем искать. И бананы, кстати. Она хочет бананы. Вот хорошие бананы, 13 лир. Смотрите, какие шампиньоны. Белые-белые. Цены не вижу. Хурма по 10 лир за килограмм. Так. Мне нужны будут помидорки. Я вижу и по 10 лир помидоры. Огурчики не нужны. Маруся их не съела. Так, вот мне нужна картошка, кстати. Так, это у нас яйца, сыры. Цен я не вижу, друзья. Орешки. Я купила 3 килограмма картошки на 15 лир. Очень хорошие картошки. Так, яблочки по 10. Я, скорее всего, возьму вот эти красные яблочки. Сладкие. Я уже вижу киви впереди. Возьму киви. Подойду сейчас яблоки. Раба? Ой, какие твердые. Киви где, раба? Викадар? 15. 15. Так, я взяла 0,5 кило киви. Они какие-то твердые, но он сказал гюзель. Смотрите, какая морковочка. Ой, боже мой. Редиска. Так, а я, кстати, подумала насчет свеклы. Так, лук зеленый я хочу. Лук зеленый я хочу. Мараба. Мараба. Мараба.
Ну что, купила я, значит, лука зеленого, два пучка. Купила я свеклу, килограмм моркови на 25 лир. Ну, это где-то евро 30 получилось у меня. Так, друзья мои, что нам еще нужно? Помидоры мне нужны. Помидоры. Я хочу на веточке. Надо спросить, сколько стоит. Так, а здесь творог. Видите, даже написано творог по-русски. Надо же, уже пишет. Взяла я 2 килограмма на 30 лир шикарных помидорчиков. У меня уже заполняется моя помощница. Ну, пробежимся с вами еще, что у нас тут. Яйца. Так, из фруктов у нас и мандарины, яблоки, снова киви, виноград. Так, там у нас зелень. Я купила уже. Вот здесь рай. Апельсиновый рай. Даже можно пробовать. Abi meyvelerimiz harika, meyvelerimiz harika. Людей мало, время 12:30. Вот цветная капусточка. Что-то мне не хочется. Такое состояние, знаете, не состояние. Вот Маруся поправится, тогда будет все-все хорошо. Очень пахнет хорошо клубника, цену не вижу. И авокадо есть. Вот груши бы, может быть, взять. Помидорки. Баклажанов очень много. Клубничка такая красивая. Ну, представляете, в декабре мы можем позволить себе кушать клубнику. Это ж такое счастье, друзья мои. И вот реально она пахнет. Я, наверное, возьму. Не знаю, сколько она стоит, но я ее хочу. Взяла я коробочку клубники на 45 лир. Килограмм 40 лир, друзья мои. Но запах обалденный. Ну вот, мы быстренько пробежали с вами по базару. Блин, клубникой пахнет, но я не могу, как будто лето. Зелень. С какой собачкой гуляют по базару. Здесь у нас рыбка. Но рыбку мы с вами покупаем в Мигрос. У меня, кстати, есть заморозки. Краба. Ютуб. Ютуб. Спрашивают, ютуб снимаю. Ну вот, друзья, порадовала вас базаром турецким нашим. Цены не выросли за неделю. Даже подешевели. Помидоры я купила по 15, вон даже по 13 помидоры есть. Hello. Hello. Пачки. Цукини по 10. Баклажаны по 10. Ну, это 50 центов за килограмм получается, да, друзья мои? Вот по 13 помидорки. А вот клубничка вообще по 20. Я поторопилась, купила по 40. Ну, ничего, мне она очень понравилась. Значит, с удовольствием Маруся покушает, и я. Но Маруся хочет делать фруктовый салат. Аппетита у нее не было. 3 дня держалась температура 39. Так что, такие вот дела у нас. Ну, слава богу, сегодня уже температуры нету. Проснулась 37 температура. У нас сегодня на 3 часа прием у врача детского. Все вам расскажу про цены. Идем в частную клинику Medical Park. Очень хорошие отзывы. Естественно, нашла врача. Олечка, родственница. Кукурузку будут варить.
гранаты по 15 лир за килограмм. Цен не вижу, друзья. Сегодня очень много русскоязычных, очень много на базаре. Нет, конечно, что-то надо из хозяйственной части, но вы знаете, вот как-то вот мозг не работает. Мозг у меня сейчас думает, как бы поскорее выздоровела моя доченька. Поэтому сегодня мы пройдем мимо, а в следующий понедельник обязательно придем с вами, что-нибудь купим. Хочу обратить ваше внимание, что окно у меня открыто и в спальне, и в зале. Отопление я выключила, включаю изредка на ночь, ну, вечером. Когда солнышко уходит, я включаю отопление, чтобы было комфортно. Так что, ну, вообще квартира очень теплая. Если бы не вот этот косяк, который текут окна, да? Ну, слава богу, в ноябре дождь был только два раза, и меня только два раза топили. Так, ну что, понедельник в 3 часа мы едем в Medical Park. Сейчас прикреплю видео, покажу вообще, как выглядит Medical Park. Приехали мы в Medical Park. Мы подошли на информацию, нам сказали идти по коридору. Я думаю, что там будет детское отделение. Сейчас посмотрим. Здесь есть кафе. Люди кушают. Подходим в информацию, даем ИКОМЕД и даю свою страховку. Страховку я делаю для ВНЖ. Это обязательная страховка при ВНЖ, как мне сказали в агентстве ДНО. Но они не сказали, что страховка разная бывает. Понимаете, да, о чем я? Короче, я подхожу вот с этой своей страховкой. И, о чудо, мне говорят, что моя страховка на минуточку... На 2 года, которая с 19 июля 22 года, срок действия ее, до 19 июля 24 года, да, что моя страховка не вступила в силу, она в стадии ожидания. И стадия ожидания у моей страховки, та-дам, полгода. Друзья мои, когда вы себе будете делать страховку, пожалуйста, спрашивайте, с какого дня начинает она действовать. Я понимаю, что так случилось, что у ребенка вирус, нам пришлось обратиться к врачу. Возможно, здоровому человеку и не понадобились, ну, как бы, обращение к врачу, и это страховка, да? Но все равно это какой-то неприятный сюрприз, да? Ведь страховка могла в частной клинике покрыть какую-то часть оплаты. Ну, что делать? Короче, когда покупаете страховку, спрашивайте, с какого дня ее действие, на какой период вы ее покупаете, потому что моя страховка не дешевая, я считаю, 2100 лир. Я думаю, что это нормальная цена для страховки. Вот, и спрашивайте, в каких частных клиниках она действует. Это тоже важно. Ну, ладно. Страховка не действует в Medical Park моей, потому что 6 месяцев не прошло. И визит к врачу стоит 495 турецких лир. Я платила эстонской картой. Карты принимают, потому что это рассчитано, скорее всего, на иностранцев тоже. 25 евро визит к врачу. В
второй визит будет бесплатным. Ну, мало ли, вот вы в течение 10 дней, то есть вы начали лечение, вам нужно проконсультироваться еще раз с врачом, вы приходите второй раз уже бесплатно. Врач, друзья мои, клиника хорошая, врач мне очень понравился. Объясню. Ребенку 13 лет, да, мы зашли, переводчик бесплатный. То есть со мной была Олечка на связи, они сказали, нет, по телефону мы ничего не переводим. Так что, друзья мои, не утруждайте себя, не берите никакого платного переводчика. Вы приходите, в информации узнают, что вы говорите по-русски или там по-английски, и вам дается переводчик. Они есть, они работают на месте, их несколько человек. Нас обслуживал мальчик, он сразу представился и сказал, что он знает 4 языка и переводит. Вот. И русский он тоже знал и нам все переводил. Я рассказала, как я лечу Марусю. Врач положила Марусю на кушетку, прощупала ее, прослушала ее, попросила покашлять. Потом она посмотрела нос, горло, уши. Вплоть до аппендицита посмотрела, потому что высокая температура. Предложила сделать анализ в их клинике, но это было бы тоже платно. Анализы в этой клинике от 1200 лир. Вот, предложила анализ сделать на флюорографию. Я сказала, что подумаю. Почему я так сказала? Потому что по опыту своей родственницы Олечки, она анализы предложила сделать в государственной клинике бесплатно. Понимаете, да, что в Турции есть государственная клиника, куда человек, имеющий ВНЖ, может прийти, его обслужат там. Единственное, что там будут большие очереди, и, как правило, врачи не очень опытные. Ну, педиатры, только вот выпустившиеся студенты какие-то могут быть. Но, в принципе, если вам нужен получить рецепт, да, или там, ну, я думаю, что можно обратиться в государственную бесплатно клинику. Вот, но так как у нас была температура, и не хотелось сидеть как бы в очереди ожидания, да, я решила, что мы запишемся в частную. Мы записались, я очень довольна, в принципе, я сказала, что у нас аллергия на препарат амоксициллин, она выбрала антибиотик другой, вот такой вот антибиотик, и выписала вот такой пробиотик, раз в день пить, а это два раза в день. Мы вышли из клиники, тут же аптека. За лекарство я отдала 280 лир, это 13 евро за вот эти два лекарства, 13 евро. Итого лечение моей Маруси в частной клинике обошлось мне 25 евро визит и 13 евро медикаменты, антибиотик. Ну, короче, вот такие вот у нас дела. Это без анализов. Если бы делали анализы в частной клинике, то прибавьте еще 60 евро, где-то так. Ну, дай бог, чтобы помогли лекарства. В принципе, принимала она уже их дважды, антибиотики, уже горло не так болит, уже голос появился. Я думаю, что ребенок идет на поправку. Вот вам вкратце я рассказала, так что имейте в виду, что страховка очень важна. Я полностью доверилась агентству «Дно». Я уже рассказывала для новеньких на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, плейлист. Там видео вкратце о моем переезде из Эстонии в Турцию. Видео знакомства, так скажем. Вот. Ну, буду иметь в виду, что страховку надо все конкретно сидеть, разговаривать. Но главное, чтобы эти помогайки, которые вам делают ВНЖ, еще были компетентны, понимаете? Они, может быть, имеют с этой страховой компанией какой-то процент, что они втюхивают страховки эти, которые начинают действовать через полгода. Ну вот. Ну, дай бог, чтобы нам не понадобилась страховка, чтобы мы были здоровы. А так за окном светит солнце. Выздоравливать
хочется, потому что просыпаешься, открываешь глаза, за окном красивые пейзажи. Естественно, болеть, лежать в кровати не хочется. Вот, всем желаю добра, любви, здоровья, чтобы ваши мечты сбывались. Я на связи с вами. Слышите? Шли мы от врача, и Маруся так захотела квашеной капусты. Мы зашли на рынок, я купила большой кочан капусты, и сегодня впервые заквасила, и покажу, как я это делаю. Упс! Значит так, беру большой кочан капусты, оставляю чуть-чуть только себе на борщ. Шинкую так. Вот, друзья, сколько у меня получилось самой большой кастрюли капусты. Нашинковала ножиком. И добавлю сейчас, почищу две морковки. Рецепт мне дала моя Олечка. Делаю я капусту впервые, друзья мои. Если будет вкусная, я тогда куплю тазик большой для шинковки капусты и буду готовить, потому что когда зима и, не дай бог, какой-то вирус, хочется пюре картофельного с капустой. По рецепту у нас написано, что нужно 2 столовых ложки соли. Ну, во всяком случае, на пропорцию моей капусты я положу так. Буду перемешивать руками. Друзья мои, руками. Перемешиваю. И добавлю чайную ложку сахара. Экспериментирую, друзья мои. Ну вот, друзья, я перемешала. Добавила морковки, еще перемешала. У меня даже капуста пустила этот сок. Сейчас я накрою тарелкой. Налью бутылку воды и поставлю как гнет. Друзья мои, надо мне посуду купить. Тарелки-то у меня нету большой. Но вот так вот у меня будет. Опа! Вот так вот у меня будет.